быть важнее здоровья. Ничего. И сегодня главное предложение дня – это Травманол Эктив. Вы получаете сразу 4 упаковки, 40 ампул. И это полный курс для избавления от боли и восстановления ваших суставов. Представит бестселлер телеканала Shopping Show, эксперт от бренда, создатель этого уникального натурального продукта, врач, кандидат медицинских наук Сергей Арсенин. Здравствуйте, друзья, очень рад вас сегодня видеть. Потому что вот проблема породного аппарата – это самая главная проблема, которая охватывает самые широкие слои населения. Дело в том, что уже после 25 лет каждый третий человек страдает от проблем с опорно-двигательным аппаратом. А после 50 лет просто ком обрушиваются болезни суставов. Это и заболевания артроза, артриты, это остеохондроз, это вывихи, подвывихи, это радикулиты, это грыжи позвоночника, это травмы. Это если у вас хрустят сейчас суставы, либо они ломят, у вас болят на погоду, либо были какие-то растяжения или повреждения. Вот при этих всех проблемах Травманол Актив вам поможет. Не нужно добиваться, чтобы у вас прям все был жар-трос, что вас направляли на операцию. Если где-то что-то заболело, если что-то захрустело, берете, пропиваете одну упаковку Травманол Актив, и вам уже становится намного легче. А если вы пропьете 4 упаковки, тогда у вас пройдет боль, у вас пройдет воспаление, у вас запустится процесс восстановления ваших хрящевых тканей, что не может вам дать абсолютно ни один нестероидный противопалитический химический внимание. Препарат. У нас необычная формула. Мы привыкли к таблеткам, мы привыкли к капсулам, а здесь у нас флакончики. Совершенно верно. Это капсула среди активаторов. Для чего мы это сделали? Дело в том, что когда вы выпиваете вот этот Травманол Актив, то внутри вот эта капсула рассасывается и со среда активатора активирует активное действие вещества, которое находится в капсуле. А посмотрите, какие это вещества. Это огромное количество витаминов, которые укрепляют ваши хрящи и кости. Здесь микроэлементов более 15 видов: железо, цинк, медь, марганец, цинк, хром, молибден, кальций активированный. Здесь находятся активно действующие экстракты трав. Их более 50 трав, которые идут непосредственно в ваши хрящи, непосредственно в ваши суставы. И причем срок хранения здесь 2 года. Противопоказаний нет, потому что это 100% натуральный продукт, который можно давать детям. Да, друзья мои, детям, потому что это абсолютно безопасно и натурально. И, внимание, у нас сегодня специальное предложение дня, максимальная выгода. И вы получаете 4 упаковки, это 40 ампул. Это как раз тот самый курс для излечения, восстановления ваших суставов. Это бестселлер. За всю историю сотрудничества и представления комплекта Травманол Актив было распродано более 215 тысяч комплексов. То есть, представляете, 215 тысяч человек начали применять вот этот Травманол Актив и уже восстановили на свои суставы. Дело в том, знаете, вот я как врач смотрю, потому что действительно после 25 лет, давайте честно говорить, уже где-то что-то заболело, уже что-то начинает хрустеть, уже сидячий образ жизни, лишний вес, гиподинамия, наследственность, либо какие-то травмы, когда вы занимаетесь спортом, когда вы еще молоды, всевозможные травмы, ушибы, падения, растяжения. И это все с возрастом приводит к тому, что мы теряем свою подвижность. Ведь если у нас вот сейчас, вот мы молоды, вроде у нас все хорошо, где-то плечо болит, где-то позвоночник защемит, где-то сустав начинает подбаливать. Ведь с возрастом ваши суставы начнут разрушаться, понимаете как? И в результате, когда у вас будет уже страшная ситуация, когда уже вам врач скажет, что надо ваш сустав удалять, когда у вас в вашем суставе такое кровавое месиво вместо хряща, вот в этом случае, знаете, вы уже ночью не сможете спать. Вы уже утром будете вставать, у вас будет утренняя скованность, вам приходится расхаживаться. А все начинается с простой, незначительной боли, которая вас беспокоит, например, по утрам. Выпиваете Травманол Актив, он смягчает эту боль, он заживляет внутренние поверхности сустава. Уже через 3-4 применения, 3-4 дня, одна ампула принимается один раз в день. Вы запускаете процесс восстановления, то есть у вас проходит
проходит боли, воспаления. А если у меня вот таких нет пока страшных, дай бог и не будет болезней, нет у меня разрушения суставов, мне пока все нормально, но иногда бывает щелканье, как будто локоть не распрямляется. Вот это уже есть, значит, проблема с вашими суставами. Уже можно мне тоже? Конечно. В этом случае вы берете, выпиваете утром натощак вот эту самую ампулу, проглатываете капсулу, ее не разжевываете, это очень важно. Капсула должна пройти внутрь туда и дальше активироваться вместе вот этим средой активатором, вместе активно действующими веществами. Все, через 10-15 минут вы чувствуете, у вас прошли боли. Еще через 2-3 дня применения вы чувствуете, что у вас сустав начинает двигаться хорошо, у вас смазывающая способность вашей синовальной жидкости улучшилась, у вас перестали на погоду реагировать суставы, ваш позвоночник стал более подвижным, у вас прошли даже головные боли. Если у вас, например, шейный остеохондроз, у вас эта боль проходит, потому что там позвоночная артерия начинает он по-другому работать. Слушайте, он даже на вкус приятный и легко глотается. Вообще, я большие крупные таблетки, капсулы, очень с трудом проглатываю. Угу. Здесь она как по маслу, вот правда, как по маслу. Прям проскочила, легко проглотилась, и чувствуется маслица внутри. Аромат, кстати, самое знаете, главное. Пихтой пахнет. Пахнет каким-то облепихой. Масла, дигидрокарцетин, а если активатор, средоактиватор. Здесь нужно, если у вас артрозы, артриты, остеохондроз, вальгусные деформации стопы, пяточные или подошные шпоры, боль проходит на третий день применения. Если у вас грыжи диска, межпозвоночные, в ногу дают, вы не можете наклониться, согнуться, разогнуться. 3-4 дня применения, ваш позвоночник как будто смажен, как на шарнирах. Если у вас ревматоидный артрит, когда руки, ноги скрючены, пальчики на руках, это снова помогает. Месяц применения, ваши пальчики распрямляются. Если у вас реактивный артрит, что это такое? Вы приехали на дачу, перетрудились, у вас распухли суставы, и все, ваша дача может в этот момент закончиться. Вы выпиваете вот эти флакончики, 3-4 флакона, все, воспаление моментально проходит. А вот если такой вопрос, назначены уже какие-то препараты, и каждый день приходится пить таблетки. Можно совмещать? Конечно. И как совмещать? Совмещайте вместе с вашими таблетками. Не нужно за ваши таблетки выбрасывать в унитаз, но вы поймете, что через неделю применения вы от этих таблеток сами звоните прямо сейчас. Цена всего 1799 рублей у нас снижена. А цена доставки, возьмите 2 комплекта, 3. Позаботьтесь, 2 года гарантии, и это оздоровление.